Оппозиционная платформа «За жизнь» определилась с кандидатом в мэры Одессы. Напомню, выборы состоятся в конце октября. Эта политическая сила поддержит народного депутата Украины, экс-губернатора области и экс-главу облсовета Николая Скорика. О планах оппозиционной платформы заявил сопредседатель парламентской фракции Юрий Бойко в студии телеканала «Репортер». Наш кандидат в мэры будет Николай Скорик, который руководитель нашей региональной организации. Мы считаем, что он отстаивал и отстаивает интересы одесситов правильно, и будем его поддерживать. И рассчитываем, что он победит.